День медицинского работника – это праздник, да, который справляют, собственно, все медицинские работники. Замечательно, что это происходит в воскресенье. От всего сердца поздравляю с нашим праздником. Это наш настоящий праздник – День медицинского работника. Очень хочется, чтобы наши дети тоже выбрали наши профессии. Кто-то пошел тоже в медицину. Хочу стать ученым. Каким конкретно, пока не решила. Ну, что-то связано с человеком, со здоровьем. Что-то с молекулярной биологией, наверное. Хочу стать хирургом, чтобы спасать жизни, чтобы видеть много интересных клинических патологий, чтобы столкнуться с абсолютно разными ситуациями, что могут происходить с людьми. Я с детства смотрела на своих родителей, брала с них пример. Я видела их окружение, которое тоже преимущественно состоит из врачей. Я видела, как они обсуждают медицинские темы. Меня это тоже заинтересовало, поэтому я решила, что тоже пойду в медицинское направление. Я в детстве говорила в одно слово: папа кардиолог-терапевт. И вот только потом я расшифровала для себя эти два слова, узнала, что слово два, поняла, насколько вот это все сложно и очень важно. Увидеть маму дома не в работе, это очень редко случается. А у нее есть свой кабинет, где она постоянно сидит. У нее там то курсы какие-то ее, то у нее постоянные созвоны. Такая занятая женщина. Хочу стать робототехником. Так вот, я буду создавать всяких роботов, которые помогут маме сделать медицину легче. По моему мнению, самое главное в этой профессии то, что нельзя назначать препараты, которые не помогут. Надо помогать своему пациенту и помочь ему выздороветь. Наверное, самое главное, хотя бы пожелать врачам побольше терпения. Поздравляю вас, медики, с Днем медицинского работника. Мамочка, я тебе желаю, чтобы ты никогда не переставала работать, чтобы ты лечила пациентов, и чтобы тебе пациенты были всегда благодарны, и чтобы ты сама была здоровой, счастливой и хорошей. Всем удачи, хорошей работы, хороших начальников и, конечно, удачи в жизни. Хочу поблагодарить за профессионализм, за защиту, за стальные нервы, за бессонные ночи. Важно, чтобы всегда вот в этой вот веренице пациентов, студентов, коллег оставалось время для себя, для хобби. Счастье, получение удовольствия от своей рабочей деятельности и здоровья. И самое главное, чтобы все хорошо у вас было дома. Дорогие друзья, с нашим Днем медицинского работника. Ура, ура, ура!